Так, иду в квадратный метр. Вот тут музыка играет. Придется выключиться. Боже, как все красиво. Ой, ребята, там, короче, есть этот с плучкой, это вот какая елочка красивая. Но ее там когда надо отрезать, вырезать. Ой, я, наверное, я боюсь, что я сама не смогу просто прикрутить эту штуку, потому что там такие пластиковые штуки. Надо померить. Короче, он универсальный есть. Надо померить. Если он будет подходить, то ты там отрезаешь по такой высоте, как тебе надо. Я просто-напросто не смогу это сама сделать. Короче, я не знаю, что делать. Блин, головная боль какая-то. А мастера вызвать это... Ну, не знаю. Попробую его еще найти, этого мастера. Головная боль. Пойду еще в мрувку зайду. Может, там будет именно под наш бачок. Может, будет попроще мне. Короче, иду в мрувку еще. Ребята, я в шоке. Смотрите, что я нашла. Целая линейка Тессори для Ориента. Маслечко какое-то. Гели для душа по 13 злотых, 12,99. Это тоже, что это у нас такое, плин до компели. Сколько всего. Сегодня прям открытие для меня какое-то. И вот еще мыло Тессори де Ориенте. Пойдемте посмотрим теперь, может, есть тут тоже кондиционер. Ребята, посмотрите, 13,49. И не нужно даже заказывать в интернете и платить за доставку. Дешевле даже, чем на рынке. Ну, на рынке такой 16. Вы представляете? Я в шоке. Раньше искала, нигде не могла найти. А сейчас, пожалуйста. Я, наверное, возьму парочку. Вот это такого у меня не было. Попробую, наверное, такое взять. Что тут еще? Прикольно, прикольно. Я очень рада этому факту, что теперь можно в свободном доступе приобрести. А тут что случилось? Такое ощущение, как будто все выпало. Господи, что тут за акция? 3 за 2, ребята. Шо це? Когда это такое? Видите, акция тут. Забавки для звежонт и продукты с винтенчни до дому. Круто! Круто! Блин, и пусто. И пусто, ничего не купишь. Опоздала, я хотела бежевые кружки, их нет. Все разобрали. Вот так вот. Вот так вот.
Вообще, вообще кошмар. Ребятки, вы не поверите, я приехала в Сербц, потому что в Пепко супер акция, супер скидки. Там он же елочку поставили. В общем, я решила, а почему бы мне не поехать в Сербц? Только единственное, я не могла очень долго найти парковочное место. Кружляла, кружляла тут по парковке, но нашла. В общем, иду в Пепко. Тут такая классная акция, короче, на новогодние товары, на игрушки для животных. Выбираешь 3, платишь за 2. Кто это такой ходит, ребята? Телепузик или кто это? Такой оранжевый, с корзинкой. В общем, я купила в Пепко штатив. Я хотела его за 20 злотых, прикольный. Сейчас хочу зайти в ХБ. Ребята, какая-то предновогодняя лихорадка. В магазине вообще нереально снимать что-либо, потому что людей просто тьма. Прилавки все пустые, все сгребают. Ой. Зайду в сенсей. Боже, боже, еды не бежит, не успеет. Ребята, людей много, на кассах очереди огроменные, поэтому я ничего не снимаю, быстренько бегом галопом, чтобы все успеть и вернуться, пока еще не стемнело. Ну, я, в принципе, так по мелочи, я просто кое-что ищу там на подарки, ну и плюс смотрю, что может что-то мне подойдет. Я не поняла, кто это такой оранжевый чудик. Все с ним фоткаются, фотографируются. Я его на видео сниму. Ты другого места не нашел? Помощник мой. Ой, Барсик, Барсик, я не могу с тебя. Ребята, я вчера купила эту штуку, ой, для бачка, чтобы поменять. Завур спустовый. В общем, я в квадратном метре не взяла, потому что там был универсальный. Пошла в Мрувку, и Мрувки мне посоветовали по моим фотографиям вот этот вот. Бруно на улицу вывела, чтобы он мне не мешал, а то он меня все ворует тут. В общем, купила. Думала, что просто надо будет внутрь мне вот это вкрутить, и будет все готово. Но не тут-то было. Вот эта штука у меня не откручивается. Я ее крутила, крутила, вертела. И вспомнила пана, который сказал, что надо будет бачок снимать, снизу выкручивать болты. Это мне в квадратном метре сказал мужчина там. Я, естественно, взяла, открыла инструкцию, почитала. И, о боги, реально нужно снимать бачок. Видите, тут внизу надо раскручивать под бачком болты. Я их еле-еле раскрутила, они такие пластиковые. Вот так вот выглядят. Ой, капец какой-то. Вот они тут внизу. Вот этот весь там проржавел, я его не могла раскрутить. Взяла плоскогубцы, благодаря плоскогубцам помогла себе, потому что он весь ржавый. Сейчас буду снимать бачок. Блин, мне так страшно. Вообще, работка, конечно, капец сложная. Я думала, что будет полегче. Оказывается, не, очень тяжело. Сейчас буду его поднимать, бачок. Я его подняла. Сейчас внизу вот это все мне надо открутить. Тут такая резинка. У меня одной рукой неудобно это делать. Вот она, резинка. Я боюсь, чтобы он у меня не рухнул. Он грязный весь, в пыли. Смотрите, надо сейчас все это помыть. И стена за ним, естественно, тоже в пыли. Потому что там небольшое такое отступление от стены. Все грязное. Сейчас буду все это менять, это откручивать. Но слава богу, что раскрутила. Боже, как это тяжело, капец, ребят. Капец. Ну,
всему учишься. Кому-то легко вызвать сантехника. В моей ситуации я пока дождусь сантехника, я уже замучилась ведра сливать в унитазе. Это просто какой-то капец. Поэтому мне проще не ждать сантехника, а самой сделать. Взяла Бруно домой, чтобы он там не мерз. А Барсик сидит, помощник мой, помогает мне, да, Барсишкин? Ой, капец, как вот это открутить, я не знаю. Я уже и так, и сяк поставила бычок вверх ногами. Не знаю, как мне открутить эту штуку. Она так плотно закручена. Ее ж ничем и не подцепишь. Ёлки-палки. Как это делать, не знаю. Ребятушки, с горем пополам я открутила. И то я не открутила, а поломала. Вырвала, можно так сказать, это кольцо, сверлом тут просверлила, потому что, ну, реально я не могла никак. Сейчас буду все это мыть, а потом буду ставить новую эту штуку. Сплучка. Сплучка, чи как она там называется. Ну, конечно, не из легких. Я сейчас все помою. Тут нанесла доместос. Вот это все надо повымывать. Это в мусор. Но это еще не все. Не просто так прикрутить и готово. Барсик у меня воду пьет. Пей, пей, зайчик, пей. Пей, я тебя не отвлекаю. Пьет Барсюша водичку. Мой котик любимый. У меня еще ногти длинные, мне надо маникюр делать. Я все никак не усядусь, не начну делать себе ногти. Они загинаются, блин, так неудобно все это выкручивать. Вон, все покоцанное. Пьет мой котик водичку, сладкий мой мальчик. В общем, тут прикрутить сначала надо, а потом еще нужно померить вот эту штуку, чтобы она подходила по длине, и возможно, что ее придется подрезать. Ой, ребята, как это тяжело. Вот видите, если она сильно длинная, то ее надо будет подрезать. Нарисовано, что просто ножницами. Капец, как это тяжело. Я представляла, что это немного попроще будет. Но нет. Оказывается, не попроще. Так, все помыла. Прикрутила новую эту систему. И в этой новой системе резинка была та, которая только внутри идет бачка. Там эта система стоит. Сейчас переверну, покажу потом. А сверху тут такой не было. Я вот думаю, я, наверное, вот эту старую резинку положу все-таки, раз она тут лежала. Может, так бачок будет более устойчиво закреплен. Короче, я ее оставлю, положу эту резинку. Буду ставить. Только единственное, я сейчас еще хочу сюда налить вот этого доместоса. А, это не Доместос, это Агент Макс. Ну, какая разница. Вот тут этих налетов каменных. Сейчас налью, потру. Ой, господи. Еще руки болят, все себе. Все пальцы себе пооббивала. Но осталось еще чуть-чуть. Надеюсь, что все получится. Господи, держите за меня кулачки, пожалуйста. Барсюш. Ты держишь за меня кулачки, ты мой сладкий. Ладно, давай сейчас быстренько соберем. Еще ничего не прикрутила, проверяю. Потому что эта палочка, она не такая уж и длинная. Я думаю, может, ее не нужно обрезать. Хотя там показано, что она короткая должна быть. Ой, ладно, сейчас проверим, что не получится.
Капец, течет вода у меня. Что не так? Да почему? Что не так? Потом сделала. Что-то не так. Что-то я сделала не так. Ай, капец. Все потекло. Жесть.